Всем привет! В данном обзоре я познакомлю вас с новым брендом, который появился на российском рынке. Это канадская компания Goggle Sock, которая делает такие веселые, многофункциональные чехлы для горнолыжной и сноубордической маски. Если на улице идет дождь и снег, то такой чехол защитит вашу маску от преждевременного намокания, так как линза и все вентиляционные отверстия у нас надежно защищены. Если вы едете на канатке или в транспорте, линза маски будет надежно защищена. Также при использовании такого чехла маску можно оставлять на шлеме, если вы часто катаетесь и боитесь ее потерять или забыть. А при этом маска будет очень хорошо проветриваться и быстрее высыхать. А материал 100% полиэстер, очень мягкий, его можно использовать для протирки маски, если линза у нас намокла или испачкалась. Данные чехлы имеют десятки веселых принтов. Если вы не знаете, чем порадовать горнолыжника или сноубордиста, то это будет отличным подарком.